В общем, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Коля прислал две вот такие посылки. Тянули, короче, с таксистом. Прямо на пятый этаж таксист. Мне занес, представляете? В общем, Коля сошел с ума. Одна посылка такая. Фу. Другая вот такая, вообще как корабль. В общем, вот такие две посылки. Одна и вторая. Сейчас надо с вот этой снимать всю. Вот эту требухушу сверху положить на диван, потому что она на земле вот это стояла. Но они на тачке очень хорошо привезли, на новой почте, на нашу, 63-й опять не пришло. Я ездил, нанимал такси, мне таксист прям поднес до этажа, потому что огромные посылки, и в машине прям в салон засунули. Вот он меня, таксист отвез, подождал, помог загрузить и донес прям до этажа. В общем, сейчас буду смотреть, что тут внутри. В надежде, наверное, на то, что я буду нести сумки, положил сюда сумку. Да, она как раз по размеру. То, что надо. Сумка под посылку. Так, сейчас вытащу. Ой, капец. Люди добрые, это ужас. Фу, что тут? Так, сейчас будем смотреть. В общем, вот такая огромная посылка. В общем, посылка, конечно, какие-то корабль Титаник. Вот так разорву. Ого! Мама дорогая, гляньте, люди добрые, капец. Блин. Мама дорогая, гляньте. Боже мой, это такие Пандора, короче. Это такие пасхи или что такие, гляньте. Боже. Капец. Ну, Коля сказал угостить Игоря, Алексея, Лешу. И Лесю угостить. В общем, огромные такие. Спасибо вообще. Коля, с ума сойти. Гляньте, какие. Причем они разные. Знаете, тут есть вот такие. Сейчас я вам покажу. Господи, за ногой привязал. Вот такие вот. Как называется, не пойму. Лепкеухеун. Короче, какие-то типа пироженки. А то и лазы, а то и лазы же. Да? Знаете, такая прелесть. Такие вкусные печенька. С начинкой. Так, я хочу открыть, посмотреть, что у нас такое. Так, я открываю с этой стороны. В общем, смотрите, сколько вот этого. Очень много. 6 или сколько? 3, 5, 6. И вот такие пасхи, причем они все разные. Это какая-то мотта с изюмом. Тут изюм нарисован. Тут еще какая-то тоже. Вот такая мота с изюмом. Боже, как домик, гляньте, сколько, Коля, капец, это... Я понял все. Мне липосакция не поможет после этого. Но обязательно с кем-то поделюсь. Гляньте, как оно запечатано. Как же его открыть? Эту моту. Ага, наверное, снизу. Что ж внутри, интересно, какая она. Ой, боже, гляньте, и везде видно, есть сахарная пудра. Присыпать сверху вот эту пасту. Боже, она такая мягкая-мягкая. Ой, сойти с ума, гляньте. Тут такой крючочек замотано. Это такие рождественские куличи. Ой, боже, как вкусно. Что ты жрешь там уже? А? Сумку? Ой, капли. Коля, спасибо огромное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. 13 вот таких пасок. Кошмар.
Честно, я не видел, чтобы, знаете, вот так Пасхи продавались. Знаете, как интересно, подарочный, так за ручку взяла и пришла. Или там мужчина пошел куда-то в гости, подарил. Вот такую штуку с собой принес. Очень интересный, кстати, дизайн. Видите, ленточка такая, за ручку взяла и пришла. Взял и пошел, вот так, знаете, как красиво. Это, кстати, такой интересный подарок. Коля, спасибо огромное. 13 штук пасах. Собачий бы, как мы их тащили с таксистом. Таксист уже был не рад, что со мной связался. Но я заплатил хорошо таксисту. То есть он говорит, ой, я говорю, без дачи. Он, так это ж сумму назвал. Я говорю, ну да. Он, ну и вас с праздником, говорит. Давайте я вам донесу, прямо аж до двери донесу. Гляньте, вот такая желтая, красивая. Хочу, чтобы вы побачили, гляньте. Вот такая мелегоша, мелаготти. Панетондоро. Що-що? Панетондоро. Сенса кантідіті. Это я не знаю, що таке. Копертура кон мандоре. Гранелла ді сучскеро. Цукера, короче, сверху цукером посыпать. Сенса кандіті. Софія паста кон танта увеста. В общем, капец. 13, сейчас я вам скажу сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. По-моему, 14 штук. 14 пасок, по-моему. И вот эти тут много штук разных. Коля, спасибо огромное. Вообще низкие поклоны, не знаю. Что теперь со мной будет, во что я превращусь через неделю. Гляньте, какая прелесть. Так, коробку я выкину. Так, сейчас я сложу красиво их. Гляньте, сколько Коля прислал. Вот эти вот. Ой! Блин! У тебя 4, блин, заврассыпал, гляньте. На диван. Оно было распечатано. Я не побачу. Ну это же я распечатал. Кстати, котам аккуратно шоколад не давайте, потому что грамулечка шоколада для кота это смерть. Чтоб вы знали. Сейчас я уберу все. Оно сухенькое, ничего страшного. От жадности, говорю. Коля, ну ты, конечно, дал. Все, потом подмету. Котом взял, блин. Ну что, потом постираюсь. А, это же еще не все, вот они. Да, конечно, это капец. Это капец. Теперь вот эта посылка. Открываем. Так, вот тут, боже мой, боже, люди добрые, открытка такая с Новым годом, гляньте, снеговик нарисованный, такая вот красивая открытка, и тут написано, с Рождеством Христовым, зажглась звезда, Христос родился, родился, и мир любовью озарился, пусть счастье входит в твой, и в твой дом с прекрасным светлым Рождеством. Гранде Ник, это так называется канал Николая, Гранде, Терез, там и Ник. Вот, спасибо, Коля, я ссылку оставлю на канал Коли, спасибо огромное. А ты что тут шастаешь? Э? Чё вырла? Гляньте, такая макароны итальянские, огромные такие макароны. Очень хорошее видно. Вот, называется Руммо. Короче, такие, видите, завитушки. Номер 155. Легендаре Руммо. Ленца Лаворозьоне. Вот одна. И вторая вот такая. Вот Рума Пашери. Чепачери. Вот такая вот.
такой хорошей бумаги, знаете, вот такая простая вроде бы, но со вкусом. Так, дальше, знаете, вот такие рари, короче, рари фарфелла, короче, вот такие красивые, такие бантички. Так, дальше. Иде колбаса. Боже, я люблю вот эту колбасу. Она, правда, пахнет странно. Ну, вы поняли, да, чем? Вот эта колбаса в бумажке, короче. Это какая-то колбаса хорошая итальянская. Гляньте. Там нарисована свинья, короче. Норчита. Вот такая колбаса. Вот видите, вот тут свинка нарисована. Написано Норчита. Ансуме. Короче, вот так покрыто таким, знаете. Ну, запах вы поняли, який тут. То есть, от того самого. Вот, вот две такие колбаски. Теперь бутылка оливкового масла, гляньте. Олива экстра Вирджиния ди олива. Короче, вот такой литр оливкового масла. Литровая бутылка, 1 литр. Спасибо, Коля, огромное. Называется грандуливо. Грандуливо, знаете, такая дуля великая. Так, теперь. Ой, класс, боже, это знаете что? Это с киви варенье, короче. Вот, гляньте. Вот такое варенье кивное из киви. Сапори Дино Тарати. Ну, короче, 350 грамм. Вот такое с косточками, видите? А, не, это не киви, это финики. Ой, это инжир. Это, не, что это? Это инжир. И да, это инжир. Это инжир, кстати, инжирное варенье. Бачите, это я под этим деревом родился, под инжирным. Не знаю. Так, что ты там жрешь уже? А? Томас? О, пармезан! Ты что, чокнулся? Ого! Боже, який кусок пармезана. Пармезано. Боже, 12 евро. Коля, ты что, с ума сошел? Это ценник от магазина остался. Капец. Вот этот кусок пармезана, гляньте, какой здоровенный. Это Коля в супермаркете пішов. Гляньте, какой. Это на полжизни мені хватит. А может и на дві. Спасибо огромное, Коля. Так. Что ты жрешь? Что ты жрешь? Держи мені тут все. Это какой-то камушек мені Коля прислав. Ай, класс. Гляньте, камушек прислав. Супер, это заговоренный камень, наверное. Так. Гляньте, что Коля прислал. Такой кристалл, очень интересный. Так помещен, так, знаете, как, ну, взбивать яйца, такую маленькую толкушку. Тут камень такой красивый. Что это за камень, я не знаю. Карлита Бьянка, Спато де Лисланда, Презента Иль Фено... Мену, короче, феноменально что-то. Ну, очень он такой красивый камень. Это так на веревочку можно на шее тягать. Спасибо, Коля, огромный камушек такой. Приятно очень. Что ты сожрал? Бьянка. Несчастный. Боже мой. А это что такое? Гляньте, классно. Боже мой. Прям на дереве. Куском дерева, гляньте, на дереве растут финики. Ой, супер, вообще, я такого не видел никогда. Гляньте, какая прелесть, вот так растут финики. Вы бачили когда-нибудь? Дивись-ка. Вот, вот на такой веточке растут вот так финики, гляньте, их вот так попкают, тут вот эти, где они крепятся, так чпок, попка отпала. Ну, такие они, бачите, внутри. Косточка. Первый раз вижу вот так вот, что прошли финики. Гляньте, какая прелесть вообще. Спасибо огромное, Коля. Вообще нет слов. Так, дальше. Ой, вообще супер. Черные и зеленые оливки вот такие. Или это
Мастер олива, это или оливки, или называется, как оно еще, маслины, короче. Лянь, тут одна упаковка вот такая. Кс-кс-кс. Что ты там кончаешься? Нажрался уже головой в стенку? Чё? Вот такие вот, видите, они как вакуум высосаны из них воздух. И они так как поприлипали. А вот это в рассоле плавает. Вот такие вот огромные. Ну и вообще... Капец. Дальше. Вот такая колбаса. Как пахнет вкусно. Ой, сейчас я отрежу кусок. Так, подождите. Вот так, раз. И рот. Знаете, такая вкусно-вкусно. Перченая. Угу. Забери из рота. Перченая. Тебе нельзя. Соль есть? А? Слёжки. Застряла. Стрекоза. Там вот та железка. В зубах застряла. Лентичев. Лентики. Это же Коля в названии написал. Он готовил блюдо, и там лентики написано. Люди не поняли, что такое лентики. Это чечевица, гляньте. И тут итальянцы так называют чечевицу. Видите, лентичья роса. Вот такая чечевица. Две упаковки. Спасибо огромное. Так, лентичья. Это у меня, значит... Так, это что такое? Это инжир. Запаянный вот такой, знаете, ну инжир. Я под этим верю. Ой, капец. Тут такие банки, по-моему, Нострома. Это туна аль олия ди олива. Тунец в оливковом масле. Гляньте, какая прелесть. Смотрите, супер. Нострома. Туна аль олия ди олива. Короче, олива в оливковой. Так, теперь. Бутылка вина, гляньте. Фонтана ди Папа. Короче, это фонтан Папы Римского. Я так понял, это возле Ватикана продается. Ну, бачите? Новелло Лазио. Фонтана ди Папа. Я ж не придумаю. Вот, пожалуйста, 12,5 вольт. Вот. Вот таке. Ой, вино, бутылка, вообще прелесть. Я, конечно, сильно не пью. И еще тут какие-то... Подождите, это мы убираем. Еще какие-то... Коттечино Модена. Коттечино? Кота... Скота чешу. Коттечино какие-то. Так. А, это ж колбаса. Это тоже колбаса, короче. Это типа, ну, колбасы. Что, вы не знаете, что такое колбаса? Нет, это не колбаса. Колбаса. Ой, боже, как она вкусная. Она, знаете, что? Сейчас вам покажу. Она в смальце. Посмотрите, вот это такая колбаса, вы видите, она внутри в смальце. То есть оно как это термо, понимаете? Ой, супер вообще. Реально, это жирок, но это, ну, есть и не надо, конечно. Ну, можно куда-то в зажарку. У нас в селе так делали люди. Вот, а вообще, гляньте, какая прелесть. Боже, Коля, спасибо огромное. Вот такая штука запечатана. Это надо унести на кухню, потому что, знаете, так вот размажай, или я быстрее по всему дивану. Это камушек на шею, пармезан. Який кусок пармезана, люди добрые, капец. Колбаса, и оливковое масло, и варенье. И все на свете. А пасок сколько, боже мой. Вино. И камушек на шею такой.
Его можно на шее носить, интересно, не давить не будет. Ну, это если спать в нем. И макарон сколько, гляньте. Так. Трусов нема, люди добрые. В общем, спасибо, Коля, тебе огромное. Я тебе желаю всего-всего хорошего. Желаю, чтобы в твоей семье все было хорошо. Здоровья крепкого маме, папе. Привет огромный передай Мине, Сабрине, Дане. Огромный привет тебе, огромный низкий поклон. Привет тебе в Италию. Вот, спасибо. Ну, конечно, посылка громадная. Это безумных денег, наверное, стоит. Поэтому низкий тебе поклон. Спасибо тебе. Всего-всего тебе хорошего. Я желаю, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы исполнились все твои желания. Вот, ты очень хороший человек. Я думаю, что у тебя в жизни все будет хорошо. Таких людей очень мало. И я тебе желаю всего-всего самого хорошего. Спасибо тебе огромное. Ссылку на канал Коли я оставлю. Обязательно, у него есть канал. Он готовил, кстати, вот эти лентики, вот эти вот чечевицу. С той, по-моему, свиньей. Вот, так что, Коля, спасибо тебе. Привет, Виталию. Всем привет. Всего тебе хорошего. С наступающим Новым годом. Всех зрителей и тебя, и всех, кто это видео посмотрел. Блин, такие Пасхи красивые вообще. Люди добрые, капец. Сколько добра. Такие камушек красивые очень. Вот эти вот очень вкусные. Все, просто прелесть. Пармезан, гляньте, какой вкус мяка пармезана огромный. Коля, спасибо тебе огромное. Всего тебе самого-самого хорошего. Пусть все желания исполняются. Свинья горбата, что ты делаешь? Оставь колбасу в покое. Оставь. Да. Що ти жреш? Ах ти яке. Ой, продажне. Їжай. Їжай, давай. Всі дороги ведуть в Рим. Вперед. Їдь, білет купить на автобус. Поїдеш з Васі, що посилки передає. Як дурачок будеш сидіти на бампері. Хе-хе-хе. Там тебе Вілі швидко уходохкає. Там такий собака. Що тебе швидко? Клас, тебе нема. Не. Колбасу йому дайте італіанську. Ти заслужив? Безсовісний. Машеш своєю камерою. Ой, що ти машеш на мене? Ти дивись. Ти див... Ай-яй-яй! Томас! Ти що, чокнувся? Що ти робиш? Е? Така благодарність від тебе? Да? От така благодарність тобі від мене? Іди відсюди, кувелдик. Іди. Іди, кажу. Іди, не мороч мені голову. Ага, давай, давай. Ой, чокнуте. Колбаси не дали. Іди, іди, забирай. Іди. От який баран упертий. Тільки кинься. Томас. Чи заработаєш, серйозно? Тебе що, ще з камнями ці магріть? Іди отсюда, демон. Іди, демон, від мене. Ой, не по його, колбаси не дали. Псих, боже, який ти псих. Їдь, Віталю, іди, іди отсюда. Іди, уїжджай. Все, попсіхував і ліг. Дальше скотч жрати. Давай, давай, нажрись скотча. Тоді ригаєш, ходиш під диванами. Отяк з тобою балакать. Тебе що, на перше питання на 15 суток відправити? Пішов на другу сторону. От уже котяра.